Губернатор Приморья Олег Кожемяка вручил ключи от 87 новых санитарных автомобилей марки «Лада Нива» главным врачам медицинских учреждений края. Это вторая поставка автотранспорта в регион в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения. Очередная партия, 87 автомобилей, отправится в наши поликлиники, больницы с тем, чтобы оказывать помощь амбулаторным больным для перевозки, для того, чтобы можно было доставлять врачей в отдаленные населенные пункты, делать групповые выезды для диспансеризации. В общем, они будут служить для того, чтобы здоровье населения Приморского края с каждым годом становилось все лучше, с тем, чтобы меньше было больных, и люди могли своевременно получить качественную медицинскую помощь. Губернатор добавил, что программа модернизации первичного звена здравоохранения еще раз показывает готовность правительства страны и региона улучшать систему здравоохранения. Одна из самых крупных поставок в этот раз осуществлена в Уссурийскую больницу. Также существенно обновятся автопарки в Михайловской, Харольской, Кавалеровской, Ханкайской, Хасанской, Черниговской, Чугуевской, Шкотовской центральных районных больницах, а также Арсеньевской, Дальнегорской, Дальнереченской, Горбольницах. Анна Дьякова, новости на восьмом.